вами игровой канал Замыхвальник. Сегодня я вам расскажу секретный мод, который поможет вам защитить от титера и менюмодератора и клиента. Мод называется на самом деле, это просто защитит клиент. Защита клиента запускает вас об части подобный облом дотизейный, обкаперный медиатор, который те, кто питает и портит в этой игре, затормозит или вылетят, залагает. Вот именно которые мини-медиаторы, вот, которые используют консоль, это чаще много чего полезного воспользуют. Вот именно этот мод поможет вам защитить вас от клиентов и мини-модераторов игроков. Мод называется на самом деле вот так она называется. Она называется не просто так, а на самом деле Sneak Protection. Так она называется на самом деле. Но настройки пишутся по-другому, всегда вот так и на 3 тент. И вот написано, чего он будет делать там, вот видите, что он будет делать, блядь. Он всегда только, конечно, на английском, русский никогда не переводит. Если вы хотите выбрать, то по вопросу, который где можно закрыть все именно предметы, чаты, по вопросу, который запретит мини-медиатор, не воспользует там ничего, совсем ничего, не давать им что-то воспользовать. Вот я вам расскажу. Первый, позволит, который... Допустим, все, открыть меню медиатора, играть что угодно, даже ломать дотизейную игру игроков, затормозать игру игрока, и много чего подряд, все доступен титой, использовать контроль, и меню медиатора винтара, чат, и любой что угодно. Здесь позволяет запретить медиатору воспользовать против игрока, портит игры, дотизейную тоже запретит, но он играть все равно может, и все, по контроль, тит, меню медиатора. Здесь это запрещает воспользовать мини-медиатора и контроль тит. Мини-медиатор к медиатор игроку не может тогда, к сожалению, воспользовать контроль тит и мини-медиатор. Им будет просто запрещено воспользовать. Может, они не могут ничего портить игры, ничего. Тик. Тильно это позволяет тикать мини-медиатора, после как он присоединяется в игре, ломать с вами. Если им, допустим, использование мини-медиатора, часть и контроль тит, и там им будет страх выгнать в игре ломать тикать, не дадут войти никак присоединиться к вам. Они страх отпускают. Если, конечно, запустим, слетим мини-медиатор и контроль тит. Банк. Банк это позволяет игрокам мини-медиатора идти, втекают лобби, фраза после забанить им. После как они присоединяются с вами лобби, им фраза будет выгнать лобби, забанить навсегда, в сторону пистол. Навсегда. Они никогда не смогут вам присоединяться ни разу до тех пор, пока не будет убран бан в сторону пистол белым. Вот это именно это что-то позволит вам что-то защитить от клиента мини-модератора. Называется на самом деле Sneak Protection, скажем так. И вот она что-то позволит вам что-то выбрать. И вот я нажал что-то именно закрыть, чтобы тебе выгнать кого не пускать. Вот я, к сожалению, не буду чего-то рассказывать вам подряд чего-то для чего-то. Это очень много чего тут и долго рассказывать. Роботиону, который позволит начать игру, даже когда мини-медиатор вот, присоединяется, когда лобы в игре или вы того, и когда они пытаются войти в вам игру, и вот всегда запустим, который именно по вопросам вот этим присоединение по вопросу применять им, да или нет. А здесь позволяет во время критни, когда они играют по тесту, они не могут вам присоединиться. Но если они играют по турну, то присоединяется без принято. Вот если у вас включен такой вопрос, и вот они все равно могут войти к вам, присоединиться. И вот именно вот для чего это нужны, которые я показываю вам вот на вот его мы предложили которые вот тартные все это именно которые позволят им начать игру запустить тикать титера тятый топ там все это блатерено
где-то они... Вот. И вот это позволяет им вот это фит 1, фит 2, фит 3, фит 4, они могут присоединиться все равно без вопроса принятия, вопроса лидера. Они все равно с вами зайдут и все. Вот это значит. Так-то там все. Они могут делать что угодно, блокировать достижения, модификации, оружие. Они могут любую прокачать навыки, набор. Могут выходить через баг тена, могут достижения открыть, которые заходят, или которые убрать достижения. Даже любой противник игрока для тебя в том. Что угодно. Бой топит, убить врагов, быстро убивать, дедозера, всякие. Много всего полезного, что они могут делать. Вот именно все это находится, как они могут все играть, это контроль читы, меню, медиатор. Вот я вам показываю все это. Я, конечно, вы ничего знаете английский, но тут... Кто-то должен знать это другое. И вот он все, вот так, как люди, мини-медиаторы играют разные и контроль читы. Здесь вы все знаете. Я этот мод, как и программы для читы, получил это в другом давно. Мини-медиатор это, который получает эфир помощи директора, а этого программа помощь получает... Защиты от клиента, от медиатора, именно помощь, которая позволит защитить вот от медиатора и читы. Это я получил тоже помощь от друга, так что если вы хотите тоже это получить такую, вы должны стать настоящим владельцем Payday 2, если вы очень опытный и крутой игрок, и если вы играете по тесно, никогда не играете по титы, и моды титы, и блокирован дил, навыки, и вы если никогда не обкорбляете игрока здесь старт сообщение, и не говорите плохие слова вместе и микрофоном, то вас могут присоединять людей, примет мини-медиатора, и даже вот такую можно получить программу за титул. Протетион, который называется вот на этого Анпистеран. А если вы когда-то играли по титу, иногда часто играете титу и титу моды иногда, если вы часто иногда говорите плохие вещи словами, кстати, ругаются, спорят, оскорбляют, к сожалению, вы никогда не можете получить этого за титу от клиента программы, для этого защищается от вас мини-медиатора. Вот такая история. Я вам, конечно, поделиться не смогу этого мод, но я могу вам поделиться только, кого я знаю хорошо очень давно игрока здесь в игре. Если они хорошие люди, известные игроки, опытные и лучшие, и сами ответственны правы, я могу вам позволить передать такую защиту клиента мод. Помните, мог перенести полностью диктор или именно скайпа, или через группу Team. Вот такая история. Если это вам понравилось, подписывайте канал. Не забывайте ставить лайки. И всем пока-пока. С вами Игровой канал. И всем пока-пока, дорогие друзья.